そうだ、午前中は上からの十字固めを。Мы делали, да, до обеда делали технику, когда мы сверху находились, да, мы переходили на волевой. 次は下からです。 А теперь мы поработаем, когда мы снизу. まず、一つだけ、一番大切なのはお尻を上げることです。 Очень важное, первое, то, что вы должны делать, это поднимать свою задницу с татами. Ну, на самом деле, да. 十字固めなので、相手に対して横向きになります。この時に先ほどのこういう動きが。для этого нужна креветка, да, то есть боковая, то что вы делаете, очень полезное упражнение для того, чтобы ваш таз, ваш таз всегда был подвижный, да, когда вы поднимаете, мог разворачиваться. まずは簡単に肘よりも奥ですね。この脇の下あたりを持ってください。両手とも。Первое, да, то есть берем локти снизу.Да. そして、体のこのこういう動きを使うので必ず一度起こしてください。Обязательно должны садиться, да, сюда. そして体を стой, не падай. 横に傾けながらお尻をグッと上げていきます。Только немножко на бок падайте, поднимайте таз. お尻を上げずに足だけかけると簡単に。Если вы только ногами будете забрасывать, без подъема таза, то тогда он легко вытаскивает руку. Поэтому ваша задача поднять таз, захватить его руку и тогда... これを打ち込み形式でやっていきます。Вот учеком, ребята. 必ず一回起きてください。そして... Каждый раз садиться должны сюда, возвращаться в исходное положение. В одну сторону, в другую. 彼のように軽くこう引っ張ってあげると、引っ張ってあげるといいと思います。немножко помогай, когда обратно встает. Окей, ребят, когда нога дается в исходном положении, он немножко подтягивает обратно в исходное, помогает. 最終的には返して自分が立てる。И потом, да, то есть вот когда вы это делаете, потом переводите таким образом.ではまず必ず相手に対して横向きになる。こういう。Обязательно, ребята, вы должны сейчас, когда вы будете делать, обязательно поворачиваться к партнеру в бок. すると、もう一回この。Вот такое движение таза. お尻を上げると。Обязательно поднимайте таз. ということを練習します。Давайте таким образом попробуем.